Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Денис Крутанов. Ну и сегодня я вам расскажу о такой мяте, как... Опа. Болезненная мята. Да, она стала доступной в магазине, поэтому я ее сразу же купил. Но дело в том, что акция закончится уже через час, поэтому нам надо торопиться, чтобы успеть прокачать ее до максимального уровня. Но, возможно, все не так уж и хорошо. И, возможно, там 20 пакетиков за 20 мят – это один раз. То есть один раз можно только купить. Если это так, значит, придется мяту, ну, максимального уровня мяты не будет. Ну, потому что раз нельзя купить, что я сделаю? Ну, значит, временно усиливает все растения своего семейства, а при посадке отравляет всех зомби на поле. Угу. А болезненная мята предупреждает, не стоит принимать ее яд внутрь. Наружу, впрочем, тоже не рекомендуется. И вообще никак не надо его принимать. В конце концов, это же яд. Согласен. Сейчас мы сразу идем. Просто без лишних предисловий. Идем сразу в эпик квест. Силовая мята — класс могущественных растений, которые можно получать в магазине. Наверное, так. Они существенно усиливают растения из тех или иных семейств. Так, семейство болезненной мяты состоит из грибов и ядовитых растений. Так. Просто если я успею все-таки прокачать, то... Но там, допустим, только... Ну, то есть один раз можно только купить, то это отвратительно. Потому что тогда зачем я так торопился? Серьезно, я вот сок торопился, я еще с этим звуком... Пытался что-то сделать. Ну, потому что эта программа не транслирует иногда звук. И это просто отвратительно. Вот. И все. Но сейчас вроде как все хорошо. Даже не отстает. По крайней мере, ну да, не отстает. Нормально все. Фух. Ну, если не прокачаем до 10 уровня, это ничего страшного, на самом-то деле. Потому что, ну... Ну, как бы ладно. Все равно как бы, ну, не знаю даже, что и сказать. Короче, ничего страшного не произойдет на самом-то деле. Если не смогу прокачать. Просто будет печально то, что типа возможности нет. Потому что болезненная мята. Опа! Давай. Прикольно. Она вообще убьет их или что? Да, смотрите, видите, всех зомби она просто минус. Ну вот. Если я не успею прокачать... Кстати, звука нету, блядь. Пиздец. Ну ладно, это похуй. Это я положу. Точнее, смонтирую видос. Музыку, короче, положу. Потому что я очень сильно волнуюсь за то, что, типа... Ну, как бы... Если я не прокачаю это... Опа! Используем буст. Короче, если я не прокачаю до 10 уровня, то это будет просто наипечальнейшее. Потому что... Ну, когда я смогу прокачать до 10-го? То есть варенье я не смогу это растение использовать, потому что оно на первом уровне, что оно сделает. Вот. А так это мое любимое растение, потому что в этой семье, ну в семье вот этой вот мяты, находится гюпишутер. А гюпишутер — мое любимое растение, то есть липка стрел. Ну или же липкий крохот стрел, кому как удобно. Вот, я, кстати, в курсе о проблемах с русификатором, но я, наверное, сегодня выучу. Сегодня это воскресенье. Вот, то есть я в воскресенье уже записываю видос. Вот завтра должен выйти. Но... Или сегодня понедельник. А, сегодня уже понедельник. Блядь, точно. Ну вот и все, значит. Раз понедельник, значит все. Значит, во вторник только выложу. То есть я выложу тогда, когда акция уже будет недоступна. Да. На самом-то деле я мог и раньше это записать. Но, к сожалению, не удалось. На, вот так вот, минус. Так, и давай сразу. Фух.
Теперь самый волнительный момент. Нет, это не про деньги. На деньги-то ладно, пофиг. Собирайте семена. Класс, иди нахуй. Мне сейчас не до этого вообще. Пим-пим-пим-пим-пим. Идем в магазин. Вот, смотрите. А, где это? А тут написано, что остался один час. А в смысле? А, это, наверное, купить мяту было. Ну ладно. Фух. Надеюсь, то, что это придется. А то придется рекламу, наверное, смотреть. Тут как я понимаю, тут всего одна. Одно семя получишь, когда посмотришь рекламу. То есть мне надо дохерище рекламы посмотреть, чтобы прокачать до финального уровня. Ну ладно. Прокачка болезненной мяты началась. Что я могу сказать? Прокачал как смог, нахуй. Серьезно. Как вы могли заметить, я сначала пытался, короче, с помощью мят, но это не бесконечно, блядь. Нельзя до финального уровня прокачать таким образом. Теперь, значит, потом я пробовал за кристаллы, блядь. Даже прибегнул, блядь, к нелегалу, ебать. Ну, как не легко, просто к фришопу. Вот. И в итоге это не помогло. То есть, как видите, всего 235. А это, может быть, ну, третий уровень. То есть, ну, максимальный уровень не получился. Это отвратительно, понимаете? Вы понимаете, что? Раньше можно было так делать. То есть, накопить дохуя мят. И прокачивать до бесконечности, блядь. Серьезно говорю. Я бы знал, выключил бы этот параметр, блядь. Там наверняка написано ограничение по покупке. То есть сколько можно игроку это купить. И скорее всего там написано, может быть, раз 10, по-моему, я не знаю. Вот. И я бы это сделал, нахуй, раз 500, нахуй. Но я не знаю, как это делать, поэтому... Ставим все как есть, потому что максимальный уровень не получился. И это отвратительно. Реально отвратительно. Серьезно. То есть, охуенный уровень. Ладно, давайте, короче. В альманах. Вот это мята, блядь. Давай, улучшением. Прокачено.
Заебись, блядь, мне не хватает. Второй уровень чисто, нахуй. Блядь, моя любимая, нахуй. Мята, блядь. И, блядь. Короче, моя любимая мята, нахуй. И, блядь, просто... Но если вы думали, что это все, вы ошибаетесь. Я прибегну к экстренным мерам. Все. Ладно, как вы все заметили, мне пришлось прибегнуть к фришопу второй раз. Надо было это сразу сделать, на самом-то деле, чтобы не бомбить. Да, вы можете меня винить в этом. То, что, вот, блядь, использовал, нахуй. Зачем ты это, блядь. Ой, в кадре ошибка, нахуй. В общем, ладно, там, типа, зачем ты это использовал, там, типа... Это же, ну, плохо все там. Но в этом все-таки, если так подумать, я не виноват. Потому что раньше, вот серьезно, доказательство тому мои видео. Я без фришопа мог нормально прокачать до максимального уровня. Правда, это было, наверное, года два назад. Но почему они это все поменяли? Они стали еще жадными, короче, стали. И это отвратительно, на самом-то деле. Так что, вините это их. Вот. Потому что, ну, как бы, смысл видео в том, чтобы показать вам максимальный уровень. А так у меня не получится это показать. Соответственно, ну, что мне делать тогда? Пиздец, блядь. Ну, ладно, ничего страшного. А, так. Где тут? А, вот. Улучшено. Сейчас я опробую. Так. Силовую мяту можно улучшать с помощью мятных леденцов, зарабатываемых на арене.
Что правда, что уже неправда. Потому что уже нельзя с помощью мент. Максимум можно прокачать до второго уровня. Ну вы сами все видите. Там просто все закончилось, то есть не было доступно. И, соответственно, все. Как я его теперь прокачаю? Только с помощью фришоп. Все. А что вот вам лично делать? Вы уже сами решите. То есть терпеть это и оставить второй уровень мяты. Вот. Потому что там много мят, в принципе-то, и не надо. Или же на зло разрабам, или кто там это все там придумал, типа, чтобы, типа, акцию удалить такую. Чтобы сделать ее не бесконечной, типа. Вот. Если это все-таки. Блять, я ж забыл нахуй. Либо же прибегнуть к фришопу и радоваться максимальному уровню. Да. А чем выше уровень той или иной мяты, тем чаще ее можно сажать и тем длительнее ее эффект. Угу. Перейдем к практике. Да, 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 да. Фу, блядь. Просто, не прокачать это растение равно. Не прокачать эту мяту равно, не знаю. Равно минус, не знаю, там. Минус время, минус, не знаю. Вот, кстати, гюпи-шутер. Видите, какой прекрасный гюпи-шутер. Мне нравится. То есть гюпи-шутер вообще классный. То есть липкий прокастрел. Он у меня и прокачан. Только я его давно прокачивал. Не с помощью фришопа, по-моему. Не знаю. Видите, какой прекрасный растение. Правда, оно прокачано почти на максимум. Но, я думаю, оно как бы, понимаете, что хорошо? То, что оно и на... Так, давайте. Интересно, Гарк умрет. Походу Гарк не умрет. А нет, он же умер от этой. Либо от липкого горхострела, либо я не знаю. Но это просто не знаю, что делать. Ладно, надеюсь, вы меня будете не сильно ругать за то, что я фришоп использовал. Хотя, в принципе, я на последней серии про новое растение использовал фришоп. Вот. Но в этом-то ничего страшного нет. Там-то я просто показываю новое растение, то есть, не знаю. Блять. Фух. И ведь на самом-то деле ничего там страшного нет, просто, меня лично-то... Бесит то, что мне приходится использовать фришоп. То есть это надо выходить из игры, выключать интернет там. И все такое, понимаете? Так, давай, липкая мята. А все, минус Гаргантюа, короче. Минус Гаргантюа. А все, все минус. Тупо все отлетают. Да прокачаем мы с вами потом, кстати. Ведь самое печальное, я теперь не понимаю, сколько нам всего надо все проходить. Вот. Потому что сейчас уже запись идет где-то 40 минут. А я еще даже уровень со всеми растениями из этой семьи не попробовал. Ничего страшного. Переходим, короче, к уровню. Let's go. Ну что ж, перед прокачкой к финальному уровню. Кстати, у нас это доступен. Я все-таки улучшил. Вот это я улучшал, не с помощью фришоп, серьезно говорю. Там была в погоне пони, я его прокачал до 4 уровня. Так что заебись, прокачано. Теперь он стоит 325 солнц. Шанс получить растительную пищу теперь возрос. И урон 50. Класс. Да. Это я не знаю, надо ли улучшать вообще. Ну ладно, давайте улучшим. Не знаю, сколько прокачано. Потому что, к сожалению, вы видели, да, то, что... Короче, это все из-за того, что... всего лишь... Фух, спасибо, то, что всего лишь 55 мастерство. Типа, я хотел быстро потратить кристаллы, потому что... за что тратить, если мяту нельзя прокачать?
И я, соответственно, ну, пришлось купить пакетики к чертеняшей груши. Ну, вы, наверное, все видели, просто там в ускоренном темпе. Так, Георгина прокачана. Урон 9%. Не знаю, что это значит. Какой нахуй урон? Ну ладно, давайте выбирать вот это, значит. Пока что не буду прокачивать. Пока что второй уровень. Так, какие растения? А, вот это, естественно, мое любимое. Почему оно, кстати, вот так вот не делается? Ну ладно. Что еще? Я не знаю, что еще. Опа! Трусогриб. Который тоже с фришопа, блядь. Ладно, хорошо. Трусогриб, значит, у нас это. Чеснок, я думаю, не стоит проверять, потому что, ну, чеснок это чеснок. Что там его проверять? Ну, хотя, ладно, пофиг. Чеснок, значит. Так, есть другой костюмчик. О, прикольно, давай перчатку. Какие еще растения, значит? А, вот еще. Я так понимаю, все грибы, да? То есть, все грибы, да? Угу. Но дальше у меня места не хватает. Надеюсь, это все. О, кстати, я еще и это прокачал, ебать. Кстати, улучшить. Там перезарядка всего 3 секунды и урон 90. Ебать, охуенно. Вот. На самом-то деле, то, что я покупал пиньяты за кристалл, который вы могли заметить, собственно. Как вы могли заметить, собственно. А это ни на что не повлияло, потому что я, в принципе, ничего не прокачал. Вот. Поэтому... Ну, как бы ничего страшного, думаю, так что... Пожалуйста, сильно не ругайтесь. Вот. Да. Потому что, ну, а на моем месте, что бы вы сделали, вот, интересно. 100% на моем месте вы бы точно так же поступили. Потому что, ну, это отвратительно. Да давай ты, что ли, блядь. Выбери это растение, нахуй. А, импер, точнее, чертову грушу, я думаю, не надо, ну, проверять, потому что, ну, очевидно, если там... Если ее листочком там... Пиу. Короче, если ее листочком прокачать, то, думаю... Блядь, если, короче, удобрение на нее использовать, то, ну, как бы ничего страшного не произойдет. Точнее, наоборот, все зомби превратятся в чертят. Опять музыка пропала. Заебись нахуй. Да похуй, я могу и вставить музыку, мне не жалко, понимаете? Так, с вами Трусогриб. Я сначала попробую поставить все растения. И потом уже... Ну. Опять Трусогриб. Ой. Ну, прикольно, прикольно, ладно. У Трусогриба это, наверное, единственное растение, дизайн которого мне не нравится. То есть, да, есть даже растения, которые бесполезны, но при этом дизайн-то у них, ну, неплохой. Вот. Вот, да. Да блин, уже первая волна, я ничего не успею сделать, блядь. Ты издеваешься надо мной. Вот. А тут же мне само растение нравится, то, как его можно использовать. А вот, ну... Да, куда ты там собрался, блядь? В общем, само растение топ, а вот... Кстати, может, на арене надо было проверить? То есть, мне кажется, реально на арене надо проверять. Там как раз прокачано все. Ну, ладно, в принципе, ничего страшного. Куда ты могилу-то поставил, а? Я там растение хочу поставить, блядь, нечестно так. Ладно, не столь важно. Сейчас будет последняя волна. И используем нашу секретную тактику. Я как раз почти успел все поставить. Почти успел все поставить. А давайте сейчас используем. Чё, блядь? То видите, он же жрет, блядь, тварь. Они все жрут, а ну-ка нахуй. Нехуй было все жрать. Он ожил? Чего? А, нет, он не ожил. Ну, смотрите, все прокачано, даже этот трусогриб. Но его все... Подожди, а почему он не спрятался? Нифига себе, баг. Почему он не спрятался? Вы видели, да? Чертенок был прям там, а он не спрятался все равно. Блять. Ну, это потому что мята, блядь, не 10 уровня. Она, блядь, ее действие просто, ну, быстро. Всё. Ну, ладно. При этом сейчас оно спряталось, блядь.
Сейчас трусогриб спрятался, а тогда не прятался. Хотя его уже жрали. Вот. Ну ладно. Это ладно, это я просто не успел поставить ничего. Но ничего, так как сегодня серия и так затянулась, блин. Из-за этой ситуации. Вот. Я думаю, пройдем еще раз уровень. Но уже будем использовать другие растения, которые я не успел использовать. Пропустить. Продолжить. Только я выбрал уже уровень посложнее. Ну ладно, ничего страшного. Ладно, я думаю, такой же выбор оставить. А, прокачать. Точно. Мы прокачаем прямо здесь, не в Алманахе. Я хотел в Алманахе, но что-то поторопился. Ну ладно, давайте посмотрим, хватит и мне это. Чё там длительность? Чё нахуй? Угу. А, это перезарядка уменьшается. Пятый уровень, угу. Надеюсь, хватит, потому что если не хватит, я опять фрешоп пойду. Только уже за кадром, нахуй. По идее, должно хватить. По идее должно хватить, потому что ну 4000 пакетиков. Давай. Какой девятый. Максимальный уровень прокачано. Есть. Да, это получено нечестно, но как бы разрабы тоже нечестно с нами поступают. То что дают акцию, не пишут то что там ограничено. Ограниченное можно купить, но потому что вдруг игрок накопил мяты, вот, и хочет прокачать эту мяту, ну, да, хотя бы третьего или четвертого уровня. А разрабы такой возможности не дают. Так что это нечестно с их стороны, на самом-то деле. Вот. Ну ладно, ничего страшного, думаю. Думаю, теперь гюппи-шутер ставить, потому что он и так сильный, а будет еще сильнее. Опять музыки нету, блядь, там машины еще, блядь. Фу, блядь. Сложная серия, конечно. Я думаю, если честно, мы сейчас просто на чили, на расслабоне поиграем. Вот, но как оказалось, это сложная серия. Ну как сложная? Ну не сложная, а типа душная. Душная в том плане, то, что там надо фришоп, там все такое, блядь. Я напись. Кстати, если тут музыка все-таки есть, значит я не буду ее подставлять. Я подставляю музыку только туда, где нету изначально. Вот. Так, давайте вот это я помню. Да, я это не использую. Блять, еще этот нахуй, ты заебал нахуй. Блять, все сожрет сейчас. Ну какой смысл, блядь? Он все равно сейчас пройдет, блядь. Ой, так, давай тогда вот так вот. А он не кидается сзади. Блять, мяту использую. Куда погнал, нахуй? Хера себе быстро убило. И, а давайте еще раз. Чтоб проверить. Да оно тупо всех зомби убило за 30. А, нет, не всех. Ну ладно. Ну, короче, я думаю, вы поняли, то, что это растение топчик. Вот. Это, наверное, будет, не знаю, может быть, часовая серия, потому что я хочу успеть все сделать. Что было бы, если бы это обычная серия? Ну, хотя, не знаю. Мы уровни с вами быстро проходим, так что... Я думаю, я все успею. Даже в арену сыграть успею. Куда мы сейчас и отправимся? И... Не просто поиграть, а пробовать эту мяту. Ну а чё бы и нет. Ну что ж, идем на арену. Сколько нахуй? 30 тысяч солнц? Ты чё, блядь? Охуеть, блядь. По-моему, такого не было. Блядь, 30 тысяч солнц, охуеть. Ну это тогда надо солнечное все убирать. Фу, блядь.
просто все солнечно. Ну как жара, то что тут максимальный уровень. Вот, хоть и нечистым путем. Потому что вот теперь у меня остается только вот эта мята. Не максимальный уровень. Не помню почему, по-моему, вот тоже такая ситуация. Только там было получше, потому что 7-й уровень и 10-й, ну, сравните, ну, реально. Ничего страшного в этом нет, короче. Так, ну, я думаю, в принципе, с помощью этого, ну, хотя, не знаю. В принципе, гюппи-шутер неплохо так справляется, поэтому гюппи-шутер сегодня выберу. А, он уже у меня в самых любимых. Так что, гюппи-шутер, и это мне. Ну, выбери, блядь, а. И естественно, это... естественно, орех, чтобы они не доходили до этих линий запретных. Это, естественно, орех. Только орех, наверное, крепкий орешек. Реально, кстати, надо было его так перевести, блядь. Крепкий орешек, реально. Потому что, ну, где он тут? Вот. Вот этот реально крепкий орешек. Ой. Ну ладно. Ну, думаю, можно еще выбрать. Оглушить. Там же еще оглушить зомби надо. Вот. Все, поехали. Хотя, я думаю, может быть, с помощью этого растения можно как бы оглушить. Не знаю. За что я люблю погоню Пенни? То, что тут всегда есть музыка. То есть, как вы можете услышать, музыка есть. Ну, что и прекрасно, считаю. Так, ты оглушаешь зомби? Нет, он не оглушает зомби. Тогда подожди, блядь. Вот так вот сделаем. Блядь, я не знаю, нахуй, что делать. Так, давай быстро, не надо убивать. А хотя бы, ладно, пофиг. Если что-то не выполним, это, в принципе, ничего страшного не произойдет. Просто 30 тысяч солнц, ну это нереально, мне кажется. Это слишком. Как я им 30 тысяч солнц закопирую? Ой, ну вы поняли, короче. Как я им, блядь, 35 тысяч солнц сделаю? Блядь, дошел все-таки. И этот дошел, блядь. Сука, блядь. А этот вообще, блядь, ему похуй, он прилетел. Ай, вообще все сложно. Все очень сложно. Потому что это второй уровень сложности. Тут реально все сложно. Так, ну давайте его оглушим хотя бы. Ну вот и хорошо. Так, его вот так вот я сделаю. Вот так вот. Смотрите, только 3000 солнц на самом деле. Ну не знаю. Мне кажется, не успею. Оглушить зомби... Не, оглушить зомби, наверное, тоже не успею. Не знаю. Ничего, короче, не успею, потому что уже вторая волна. Да, 30 тысяч солнц мы вряд ли с вами соберем. Ну, соответственно, из-за этого, на самом-то деле, тоже погоню Пенни можно полюбить. Потому что в погоню Пенни... Так, тихо. Не смей доходить. И ты тоже не смей, блядь. Да вы вообще не смеете, блядь, доходить до этих клеток. Они запретные для вас. Блядь, они доходят все равно, им похуй. Ну вот и горите там, блядь. Кто виноват, блядь? Вы виноваты, вот и все. Я сейчас про зомби все что сказал. Причем верхняя линия все зависит. Ой, только 6000, а уже конец уровня. Не знаю даже, не знаю. Ладно, на самом деле я придумал. Арену я сначала покажу. То есть для вас это будет, как будто я сначала сыграл, но я сначала в Пенни Пурсуите сыграл. Да-да-да-да. Если вы до сих пор не поняли, то вы, наверное, все поняли. Ой, блядь, у меня нахуй не осталось у этих... Ничего не осталось уже. Растения. А уже последняя волна, блядь. Да они, в принципе, могут сами себя уничтожить, наступив на эти клетки. Ну, челленджи-то тоже надо выполнять. А, вот, я не договорил. Можно полюбить Пенни Пурсуит, то есть погоню за зомбосом. А, тем, что, ну, тут эти челленджи, короче, не обязательно. Вот, то есть челлендж, допустим, оглушить 75 зомби. То есть, ну, не обязательно, на самом деле, это делать. Можно просто, ну, забить на это, и
все. Про и проходить. Вот, 10 тысяч солнц. 10 тысяч солнц. Это только за уровень я собрал. Причем всеми возможными способами. Все, сработало нахуй. Все, минус, отлетайте, короче. Отлетайте. Все, отлетели нахуй. И я тоже отлетел со своими челленджами. Ой, ни разу ни челленджа не выполнил. Ну ладно, в принципе. Ничего страшного. Блять, ебучая реклама. Не, кирпичная лига, да за что нахуй? Кстати, как видите, я ничего не получил, мне лень было, если честно. Я это все благодаря погоне Пенни прокачал этот грохострел. Мега грохомет, короче. Опа. Против зомбосса. Ну, как раз будет интересно. Потом сыграем в пиняту. И все, на этом все. Но мы проверяем. Сейчас не играем, типа, нам не важно сейчас выиграть, проиграть. Нам это вообще не важно. Вот. Нам сейчас главное это проверить. Блять. Спалился. Ну ладно. Давайте выберем самый сильный растение. Ну, естественно, это не трусогриб. И посмотрим, как оно действует на этих зомби, потому что она прокачана. Да, в принципе, зомбос-то это зомбос. Я не знаю даже, что есть. Но тут же главное зомбоса побеждать, так. Ну, думаю, мы победим. Почему нет? Именно если самого зомбоса, то это вот. Но я не буду это выбирать, потому что, ну, еще раз говорю, нам главное... проверить то, как мят работает. Да. Поэтому я даже не знаю, что еще выбирать. Можно еще что-нибудь... Вот это можно выбрать, в принципе. Почему бы и нет, в принципе. Потому что это все-таки кирпичная лига. То есть это не самая высокая лига. Потому что если была бы самая высокая лига, все. Моя прокачка была просто абсолютно бесполезна. Так, какие еще растения? Я не знаю, кстати, какие растения я пропустил. Может, я какие-то-то и пропустил. Ну, не знаю даже. Какие же еще там, блин? Честно, вообще без понятия, какие еще растения могут быть. Именно вот. Может, тут есть какие-нибудь такие растения? Ну, нету, походу. То есть, из новых растений вообще нет. Точнее, есть, вот. О, кстати... Когда? Жду. 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 Естественно, это растение буду с помощью фрешопа, потому что уже достаточно. Это уже два раза использовал за короткое время. Поехали. Сейчас посмотрим, будет ли это хоть как-то полезно. Хотя, мне кажется, липкострел соло. То есть липкострел сейчас в соло все вытащит. Почему? Ну, а да потому, знаете. Ой. Слушай, я его сейчас дофигища поставлю, прям дофигища. Вот. Реально, кстати, дофигища поставлю. Ну и все, минус. Минус. Ну и подсолнух один. Все, поехали. Давай, сажайте. Так. Ну не знаю, что-то плоховато все идет пока. Хотя вот я использовал, ну и все нафиг, все, мы прошли, считай. Вообще, мы выиграли. Но проверим мяту. Действительно, мята хороша. Вот видите, сколько зомби. Ну, хотя зомби пока маловато, ладно. Я еще вот так вот сделал, потому что ну, зомби пока реально маловато. Ой-ой-ой-ой, блядь, не маловато, нихуя. Вот, теперь у них дофигища, так давайте. Бэм! Они все в яды и все померли почти. Они все померли. Они все окунулись в яд и померли, нахуй. Я. Кстати, действие реально, кстати, быстрее, по-моему, стало. Просто, видите, они доходят. Вот. Блин, мы сейчас проиграем. Да хотя пофиг, на проигрыш. Я не сильно отмечусь, проиграю. Главное, так. Опа. Ну-ка, ну-ка. Ну, слушайте, неплохо оно так зомби убивает, слушайте. Офигенно. Ну все, видите, прекрасно убило растение зомби.
Ой, тем более я могу еще раз так взять, там. Опа! Что ты все время обгоняешь-то? Ты бесишь меня. Ну-ка давай. Все, зомбосс отлетает. А, нет, не отлетает. Враг не отлетает. Ну ладно. Ой, враг. Это противник, противник. Видите, как быстро уничтожает. Реально, кстати, круто. Вот видите, почему максимальный уровень нужен? Потому что максимальный уровень это топ. Так, давайте вот так и сделаем. Два раза. Ну хотя я уже не выбью все равно. Ну потому что я использую новую тактику, которую никогда не использую. Вообще. То есть обычная окра соло. Соло всего зомбос. Весь зомбос. И как он там называется? И горовка пульта. Вот мы сейчас, конечно, проиграем, но ничего страшного. Ничего страшного. Зато, видите, смотрите, вот на них наложился яд, и они почти моментально убили. Это классно. Это просто плюс этой мяты. Вот, но я думаю, и на первом уровне она неплохая. Вот, кстати, надо было два раза все проверить. И на арене. Но это было уже слишком долго. Это уж сами сможете проверить, я просто вам показываю. Все-таки это ж серия же называется все-таки максимальный уровень. Болезненный мяты. Хотя я бы назвал лучше ядовый мята, но ладно. Поражение на русском. Че за звуки? Ну ладно. Но все равно вы видели то, что такую толпу зомби. Короче, на каждого, кто накладывался яд, почти моментально, не сейчас, помирали. Это классно. Не зря все-таки прокачал. С помощью фришопа. Ну что ж, и закончим с вами серию на беззвучном, то есть без музыки. Класс. Еще и отстает, блядь. Ну хотя вроде нет, не отстает. Ну ладно. Короче, что мы с вами делаем? Еще раз, что я могу сказать, чтобы не тратить время, потому что серия так очень сильно затянулась, поэтому я прям сейчас скажу. А это фон, а этот уровень нет, чисто фон. Чисто фон. Чисто фон. Чисто мне похуй. На этот уровень. Вот. А, значит, что я могу сказать про мята? Мята вроде как нормальная. А, хотя стойте, при чем тут мята-то? Мята-то в любом случае классная. Она все-таки мой любимый, семья моя любимая, вот. Ну или класс, как удобнее там называть. Вот. Вот, то есть мята отличная там. Всем советую купить, хотя вы уже, наверное, не сможете, потому что я уже снимаю тогда, когда этой акции уже не надо. Когда этой акции уже... Да ты что ты делаешь, блин? Так, ну-ка, брысь. В общем, тогда, когда этой акции уже нет. Вот, и это на самом-то деле плохо, конечно. Вот в следующий раз, если появится какая-то мята, хотя, по-моему, я все мяты открыл. То есть всего, по-моему, мяты 10, по-моему. Я, по-моему, все мяты открыл. И если я открыл действительно все мяты, это офигенно. Если я все мяты открыл. Вот, пойдем. О-о-о, нормально, нормально. Супер, супер. Значит, можно получить не только из магазина, да? Но мне это надо было прокачать очень быстро. И в магазине. Причем раньше, вот тут получить. Пакетики для мяты нельзя было. Только за мяты. Так что это, конечно, бесит меня. Вот. Но, в принципе-то, я думаю, на этом можно уже заканчивать. То есть, да, это печально, то, что пришлось использовать фришоп. Но, в принципе-то, зато я выкрутился. И все-таки, все ради вас, на самом-то деле. Я все-таки... нашел способ прокачать это растение. Вот. Ой, мяту. Вот, так что, зато вам показалось. И если уж хотите, ну хотя я это вряд ли буду делать, типа откатывать. Потому что, ну зачем тогда эта серия существует, если я откатаю весь прогресс, который был за сегодня. Вот, да. А на этом у меня все. Вот так вот прощаемся. Не в Алмонахе, нигде. Так что с вами был Ефим Скрутанов. Давай продолжим. Иди нахуй.
Ну и все. Да блин. Ну и все. Пока. Нахуй ты. Ах ты сука, блядь. Да выебывайся. Везде полки. Ну зомбух, зомбух. Пидарас. Пидора. Пидор. Иди нахуй. Иди, тварь. Ненавижу. Дед Мороз. Ну хоть спасибо, что это. Наступай. Блядь, что за хуйня я говорю. Подписывайся. Смотришь видео. И время кончается. Реально спасибо, блядь. А то иначе, мне кажется, если бы отключился, я бы не успел ничего записать. И все. Минус видео был. Все. И минус настроение. Ничего бы неделю не снимал. Целую.